Форум табасаранского народа прошел в духовном центре имени пророка Иссы. Мероприятие собрало тысячи людей, а посвятили его истории, языку и культуре табасаранцев. Подробнее расскажет мой коллега Хамза Нурмагомедов. Мечеть в духовном центре еще не достроена, но она уже объединяет народы Дагестана. На этот раз здесь прошел маджлис табасаранцев. У нас сохранение языка, сохранение своей культуры. Мы не хотим различать людей, которые религиозные или же другие. Мы просто решили в общем провести такое прекрасное мероприятие. Нашиды, викторины и конкурсы, они украсили культурно-просветительское мероприятие. Перед зрителями выступили известные представители табасаранского народа. Душа радует, когда я вижу, как впервые в истории табасаранского народа удалось вот так собрать, удалось объединить наши мысли, наши чаяния, наши надежды, можно сказать, духовная составляющая табасаранского народа. Табасаранскому народу, как и всем народам Дагестана, желаю успеха, мирного неба над головой, имана крепкого, чтобы все всегда было прекрасно. На семейный праздник приехали гости издалека. Всего собралось более 3000 человек. Первый раз я почувствовала настоящим дагестанкой, потому что наш язык как-то чуть-чуть выявил себя. Фапуза – это успех Дагестана. Не то, что табасаранцев, это успех Дагестана. Чухсагул – это очень нужны эти мероприятия, очень нужны. Принимать активное участие не только мы должны, но и дети, потому что дети берут от нас пример, а мы должны показать лучший пример. Помимо подарков и добрых слов наставления, участников форума угостили обедом. Организатором мероприятия выступил муфтият региона. Хамза Нурмагомедов, Алиасхаб Магомедов, Мурат Бикбарцев, телеканал ННТ, Махачкала.